Привет всем! Вот такой вот небольшой отчет с моей первой встречи. А сегодня будет очень интересная торговля. Досмотрите это видео до конца, погнали! Итак, что мы здесь видим? Отличный уровень поддержки. И на развороте я заключаю сделку на повышение. Видим, да? Какой сильный уровень поддержки. Здесь у нас бычий флаг. Цена потихонечку подходит к уровню поддержки. Начинается затухание, и здесь мы заходим на развороте на повышение. Но здесь, видите, 2 минуты было много, эта сделка у меня зайдет в минус. Видите, здесь меня закрывают в минус в 1 пункт. Ничего страшного, вот видим, да, 1 пункт. Я здесь на этом счете заключил одну сделку 8 числа, а так на этом счете я не торговал. Последние сделки были 28 числа. Тогда у нас была неудачная торговля в закрытой группе. Я слил 100 тысяч рублей. А теперь потихонечку опять иду к 2 миллионам. Итак, смотрите, какая шикарная у нас следующая ситуация. Здесь у нас фигура треугольник. Отличный восходящий уровень поддержки. Горизонтальный уровень сопротивления. И нисходящий тренд. Восходящий треугольник при нисходящем тренде, так как треугольник это фигура разворота. Видите, да? Какой шикарный уровень сопротивления. Шикарный уровень поддержки. Идеальная просто фигура. Здесь, видите, промежуток 3 часа. Так что заходить здесь нужно будет. Вот. На 5 минут или 10 минут. От уровня поддержки. Итак, как я здесь буду торговать в этой ситуации? Смотрите. Видим. Маленькие восходящие коррекции. Первая восходящая коррекция. Вот у нас вторая восходящая коррекция. И вот формируется третья восходящая коррекция. От этой коррекции я и хочу заходить на понижение. В идеале я жду вот, вот эту вот нижнюю точку у уровня поддержки. И от нее планирую заходить на большую сумму. Итак, здесь пока вот идеальная точка. Видите, я нарисовал линии, и цена пойдет точь-в-точь по моим линиям. Так, пока я пропустил позицию, выставляю 2 минутки. Буду заходить в этой коррекции. Жду отличную позицию. Вот, вроде бы отличная позиция. Но цена продолжает опускаться. И я принимаю решение первую сделочку заключить в этой позиции.
Вот, шикарная позиция. Я еще заключаю одну сделку на 10 тысяч на понижение. Дальше выставляю 3 минуты. И заключаю еще одну сделку на понижение. Итак, ускоряю видео. Здесь все шикарно. И первая сделка закрывается в плюс в один пункт. Люди меня спрашивали по поводу одного пункта. 50 на 50 статистика. У меня бывает вот 3 раза в один пункт, я уже, блин, нервничаю. Но потом 3 раза в один пункт в плюс. И последняя сделка, которая на 3 минуты, тоже закрывается в плюс. Итак, я все-таки ожидаю вот... хорошей позиции. Вот, смотрите. Первая восходящая коррекция. Цена пошла вниз. Вторая восходящая коррекция. Цена пошла вниз. И третья восходящая коррекция. Так как я нарисовал, цена тоже пошла вниз. Вот, видите, какой шикарный треугольник. Вот, шикарная позиция. Я заключаю сделку на понижение на одну минутку. Здесь я рассчитываю, что цена продолжит идти к уровню поддержки. Но не тут-то было. Эта сделка у меня закрывается в минус. Что мы здесь видим? Здесь мы уже видим коридор. Здесь мы уже видим, есть уровень сопротивления. Внизу уровень поддержки. Вот. Видим, да? Уровень сопротивления. И я уже принимаю решение торговать в этом коридоре. То есть у нас треугольник, но внутри треугольника сформировался коридор. Вот, шикарная позиция. И я заключаю сделки на понижение. Видите, у нас отрезок в 30 минут. И здесь я заключаю сделки на одну минутку вниз. Но если торговать по треугольнику, здесь я могу заключить на полчаса вверх, и тоже сделки зайдут в плюс. Все отлично, сделки закрываются в плюс. Вот, я пропустил спустя 3 минуты. Видите, отличные позиции. От уровня поддержки, от уровня сопротивления. И на третьей позиции я заключаю сделку на повышение уже на 20 тысяч. Шикарная ситуация. Ускоряю видео. И сделка закрывается в плюс. На этом моменте я принимаю решение закончить торговлю, так как здесь они уже начали урезать проценты. 75, потом сделали 60. И получается, так я по треугольнику и не поторговал. Итак, смотрим результаты. 6 сделок в плюс, 2 сделки в минус, часовой пояс плюс 3 по Москве, доход 33 тысячи 800 рублей. Так что, народ, на этом я с вами буду прощаться. Запомните, нету ничего невозможного. Вы все сможете. Вы самые лучшие. Кто самый лучший? Я самый лучший. Кто самый лучший? Я самый лучший. Кто миллионер? Я миллионер! Кто миллионер? Я миллионер! Огромное спасибо всем за просмотр. Вот, вы знаете, как это все происходит. Огромное спасибо всем за просмотр. Подпишитесь на мой канал, на Инстаграм. Все ссылки в описании. Обязательно поставьте этому видео лайк. Всем удачи, пока!